то второй комплект ты получишь в подарок. Приезжай. Еще на аксессуары. А вы вот видели там вот чего-то? Вот, нет. Вот я время заезда поменял, говорит, на пятницу. Классно, а я вообще только вечером планировал приехать. Она говорит, ну типа вечером я вам ключи отдать не смогу, потому что я сама буду в Ленинграде. А мне же еще квартиру типа, надо подготовить. Классно, ну ладно, что, два так смешно. По расписанию приду, в два приеду, в два. Ну, приезжаю. Надо, ну, открываю кран, помыть руки, а воды нет. Я такой, добрый день. А где потерялась? Причем, она потом позвонила, потому что я там к двум не успевал. Там поезд, такое. Пробки на поезд, который к двум подъезд не успел. Приехал там 2-3. Функционер говорит, типа, я ключ оставлю у соседей. Приезжаю. Воды нет, я такой. А где? Вот такая. Ну да, мы не договаривались. А она говорит, ну типа я уходила, вообще типа не было. Там типа из один, если ливнёвку не топила, и там значит. Горит, ну вообще все водосамбле нет. Отключились, чтобы первый этаж не затопило. Я такой, классно. Ну ладно, говорю, все равно мы по городу старательнее, вечером уже позвоню. Естественно, вода за это время не появилась, потому что они отказались включать воду. Ну, вы сходите в магазин, купите вот этой бутилированной там по 6 литров баклажки. Юра, вы сходите. Я хуйню. Заходите ручку, там помыть в туалет сходить. Вы мало. Первую стоянку. Классно. Ну, хоть на следующее утро вода появилась. Давайте! Потом я что-то после велосипеда. Заблока. Ты так поломанулся вперед? Я испугался. У меня рука дрогнула. Ал. Небольшой. 3-4. Восемь. Перед сараном. 5-3.
Давай. Как хорошо, что мы идем завтра к Максиму. Мы хотим взять новую ракету, я понял. Так, счет? Счет? 4-5. 4-5. А вот... Такое бывает тоже. 5-5. Найти.
Здесь, по полу, это, да?
я потом уступаю. 4-8. Я не был там. Я тоже не был. Военная мать. Привет. Нет.
всех. Прошу прощения. Надо было, конечно, ракетку пытаться поставить, а не уворачивать. 5-6. Так, 5-6. Да. 1. Залетал. 7-6. Ну, блин, ну как так-то? Хорошо встал.
Ты по молодой бегаешь? О, прекрасно. Оу. Один. Алексей бегает, потому что а все остальные не бегут. Олег может попытаться бегать, да? Да. Да. Разное, это плоско, как вы говорите. Разное, разное, разное. Это разное. 12. Хорошо. Так, 8-12. Thank you.
багато. 5-8. Хорошо. Да. Шоколадную медаль. У нас еще одна О, Коля! Это 5-6.
Ай, зачем? А я как они? Шесть, два,
Чем Костя подсказывает, что делать? Вот я ей вам подсказываю. Так, счет? 0-4. Первого надо было. И всё. Зимовка. Так, что теперь? Мы против вас, полуфинал второй. Вы в финале. Мы сейчас не играем. Вы сейчас не играете, вы играете следующую игру с теми, кто из нас выиграет. Да, 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 да. Получаем очередную медаль. Давай, Надь. Ой, ну, немножко высоко. Или... Да, неровно. Да. 1-0. Ой. 3-4.
Да, 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 прям тут. Ну нет, 100% вообще. Вот с моей стороны по линии, четко по линии. Я бы скорость сыграл. Ну давай, ну я смотрю. Пять четыре. Ну в прошлой, кстати, записи было видно, что один раз мы переигрывали, хотя тогда попали. Да? Ну посмотрим. Ну тут мне показалось большой допустим. Пять.
Ладно, 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 ладно. Аут. А сейчас решающий. Решающий, реактор. Решающий розыгрыш. 19-19. Аут. Здесь. А сейчас управили. Вот какая у нас попадающая 19-19. То есть мы как в шахмат все просчитали, а это было. А теперь мы с вами финал. То есть мы с вами ни разу даже в четвертьфинале не встретились, сразу. Вот все. Такая вот система. Чемпионат. Даже и не пришлось. Эх, не до выигрывания. Всех по одной победе. Так, что, наши? Только у всех по одной, у нас две. У вас две, да? Ну, у вас первый, так важно. Квалификационный. Я понял. Каждый будет играть. Сыграете? Пусть они сыграют. Им же играть в любом случае сейчас. Им же сейчас играть, пусть они. Я говорю, я готов сыграть, что Я отбил. Сегодня.
забивать. Не поверю. 9-10. Ну, что это такое? 1-0. Не угадал. Противоклассику Константину. 4-4. Блин, ну! Шаг, я так сегодня подаю уже. Фу! Надо.
Пока. Пока. Я так был готов, но все просрал. Зачем отходить? Непонятно. Ладно, все, мы одиночка. Пара одиночка. Ты плачешь, надо вообще играть. Стоит там, да. Ну правильно, там не до конца. Ой, блин, ну как так? А? 2-3. Ну, что-то слышал, но как их добавка попьем.
Запишем.
Нет, я думаю, все времени вообще не будет. На одну победу и на одну полупобеду. Ну что, у нас есть шанс? Да. Главное? Не получится. Не да, даже не задавить, а просто не трогать. Просто, да. Без ошибок. Блин. Кому-то надо.
Обыграйте нас. Не хватает немножечко, не хватает. Тогда вообще крайне следующий. Если он совсем тогда не интересный, могу тогда потом установить. Вот, ответный ход. Филис настроен. Один раз. Сейчас я наводирую. Ой-ой. Так, какой хороший был. Один, один. Сань, я не знаю. Вроде в баланс ничего не подпадает. Вот. Блять, губы. Давай. Ух! Так, да, это уже было. Ну, я был добра, ты мощно навис. Так, счет. Два, по-моему, восемь. Нет. Я подавал. У нас семь. У вас восемь. У вас три. Да, три, да, я два пустил. А, вот. Нет. Ну, не знаю. Да не, ну, блин, это крайне похоже.
Четыре у нас есть? Восемь. Так себе достижение, да? 14-8. 9-14. Бутин. Мы так или махнемся? Да, все равно. Давай там, они, по-моему, тут хотят сыграть. Да, мы все время не так. Уж из-за этого все скромничает. Это место силы. Да, силы. Все вы знаете. Больной? Да. Вот это сила! Точно место силы, да? Я тебе помешал, да? Я тоже пошел туда. Давай зачем? А я попал? Попадал наверняка. 3-0. Ой! Эй! Я потерял. Так, 5-1. Все, Костика, вот хотите пойти. Он стоял все. Но я даже вот этого второй я вообще стартовал. То есть я прям. Так, 6. Меня к вам Константин тянет. Я останусь снимать не буду. Попал. По 7. Девять восемь.
Блин! 0-3. Кому эти скидки гребаные нужны? Я должен. Еще кого? Ну, не так. 1-3. Я же удержал, держал, но сюда копил. Блин! 4-1. Не зря тренировки прям вообще тренировали. О, вот вам как раз. Сань. О, а что это? Мы разные. Да. Остается второй год. Давай. Так, Сань, я в качестве превентивной меры подтяну. Давай. А там... Сань, еще? Счет совершенно верно. Вот уже одно и то же, а? Так, сколько мы? 0. Ну что, полный? Вы же уходите? Да, да, все. Тогда по полному, да? Дальше. Ой, Коля. Был готов? Да я был готов. Я вообще думал, что он... Нет, нет, просто я что-то еще... Ну, подъемывай. Два. Что за балет? Играешь вообще? Алексей, сколько? По 300 рублей. Ага. Ай, блин, меня! Что у нас там? 5-7. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Повысить.
Так, где твой? Блин, нифига, так, как хорошо же он шел. Блин, он нормально. Аксель сам. 9-9. Ай, здесь. Пижон, сэр. Просто я думал. Ну, это прям 100% мы просто можно убивать. Пижон, сэр, напишите, что он классик. Давай. Вроде настигуин пока. Один нож.
пожертвовали пешку. Так, мимо проходил. Мимо проходил. 9-9. А я... 9. Вы хотел гай гема. А? Ты хотел гай гема. Просто мочить. Коварство.
Вот прям бежишь. Вот. Да. 4-0. Счет? А, 4-0. Да. Встал. Глубокий противник. 1-4. Все, попал. Просто отбить, а? Да, мог отбить, но там сильный удар резкий. 2-4. Такой, да? 6-4. Одни надо на клетку. Я бы не сказал, что мы взрывки я лидировал. Проиграли. Так что все в порядке. Вообще ровно играем. Вывели там. Потом спасение было вот это. А я. Извини, пожалуйста, шляпа какая-то еще. Колено себе ударил. Один.
Придержи его в воздухе. Четыре. Короче, программе. Я финал вышел. Шесть один. Последний выход. Спасибо. Давай.
Да, да, ты выиграл. Я думал, так, так, и потом. Ну, давайте, давайте. Согрейтесь, отдохнете и... Давайте. Разогрей меня. Давай. Извини. 1-0. Я был готов? Ребята, да. Тогда 1-1. Член, не хочешь приехать туда? Блин, я не знаю. Да что такое? 3-2. О, попал. 4-2. В два раза. 3-4. Понялся. 5-3. Шесть. По-моему, 7. 7-7? Я могу... Нет, 9-7. Хорошо, 9-7. Я могу ошибаться, но, по-моему, 9-7. Хорошо, 9-7. Я тоже могу ошибаться. Мне любят ужин. Как не приводя. Это было славно. Примерно удара с третьего, по-моему, нет. А 1-1. Ну,
да? Да. О, позорище. 3-4. По-моему, 4-5. Было 5-3 вроде. Хорошо, прощение. 4-5. Блин! Ай! 7. Константин, 3-8. 7. Уже не делай 5. Всех обманул. 0. А, еще 3, да, разница в 2 очка. Олег, я сегодня не это, надо бежать, там они бывают, закрывают. 3-1? 2-1. Вы доиграете, мы так потом собираем. Где там тоже можно пошумить? Извините, да, отлично меня погонял.